Здравствуйте, с вами программа «Сделано в России». И я ее ведущая, врач, путешественник, блогер Мария Шершакова. Путешествуя по всему миру, я столкнулась со стереотипом, что русские ассоциируются исключительно с автоматом Калашникова. Хотелось бы рассказать вам, что в нашей стране не перевелись еще свои кулибины, ученые, эксперты, которых мы будем рассказывать в наших программах. А знаете ли вы, что, между прочим, первый киндер-сюрприз появился именно в России? Россия является шоколадной державой. Несколько фактов о русском шоколаде. 200 лет назад российский шоколад славился во всем мире. Конец 19 века. В одной Москве более 200 шоколадных производств. В Санкт-Петербурге более 260. Шоколадные производства были не только в столицах Российской империи. 1907 год. Кондитерская фабрика Станислава Якубовского из Вятки получила гран-при на Всемирной выставке в Париже. Весь мир знал русских производителей шоколада. Знаменитая фабрика Абрикосова выпускала более 800 наименований самой разнообразной продукции – от народного шоколада до шоколада премиум-класса, коробки которого были в золотом тиснении и натуральной коже. В наборе сюрпризы вкладывались открытки и ноты специально сочиненных мелодий. По-настоящему русский шоколад, а точнее идея его изготовления, принадлежит Алексею Абрикосову. В 1899 году он получил почетный титул «Поставщик двора Его Императорского Величества». Знаменитая карамель, раковые шейки, гусиные лапки и утиные носики были фирменным продуктом кондитерских фабрик Алексея Абрикосова. Но именно глазированные шоколадом фрукты принесли ему широкую известность по всей Российской империи. Продукция Абрикосова не уступала французской, которая в то время считалась лидером на рынке глазированных фруктов. Даже в советский период, когда индивидуальности и эксклюзивности конфет внимания не уделялось, производимая продукция нисколько не уступала по качеству знаменитому швейцарскому шоколаду. Мы сегодня находимся на одной из лучших шоколадных фабрик в России. Не только для того, чтобы полакомиться вкусным шоколадом, но и для того, чтобы поговорить с основателем Ириной Ильдархановой. Ирина Борисовна, здравствуйте. Добрый день. Ну в чем же секрет русского шоколада? Ну, я думаю, что русский шоколад сегодня становится неким брендом. И это очень приятно. И я думаю, что говорить о секрете русского шоколада мы должны будем тогда, когда мы сможем за пределами своей страны подтвердить это высоким качеством. И поэтому я думаю, что это очень важный момент, наверное, если бы государство сейчас этим озаботилось, тем, чтобы еще пока существующий, это на самом деле не бренд, а миф, чтобы этот миф не развеять, а действительно его сделать реальностью. А можно ли сказать о том, что русский шоколад, он лучше швейцарского или бельгийского? Почему существуют такие бренды, как, например, бельгийский шоколад, да, или швейцарский? Все дело в том, что, например, в Бельгии вы не можете назвать шоколадом что-то, где есть какие-либо примеси более чем 5%. Не родные с шоколадом, то есть если не какао тертое или не какао масло, если есть какой-то заменитель, то вы не можете так назвать, а на настоящем шоколаде стоит специальный штамп. Тогда вот дайте нам совет, научите, как нам отличить простым обывателям настоящий шоколад от чего-то искусственного? Ну, во-первых, все-таки большинство производителей, они пишут реальный состав на этикетках. И поэтому, если вы перевернете очень многие изделия, на которых сверху написано, что это шоколад или шоколадный торт, или шоколадное печенье, или так далее, да, то, или плитка шоколадная, то на обратной стороне вы увидите, например, такие ингредиенты, как эквивалент какао-масла, или, например, там, растительный жир, или какао-порошок. Вот если какие-либо ингредиенты, кроме трех составляющих в горьком шоколаде, это какао-масло, это какао-тертое и сахар, если есть хоть еще какая-то добавка, то это ненормально. Там всегда есть еще одна добавка – лицетин. Что это? Расскажите. Лицетин – это полезно, это вредно? Это абсолютно, даже я бы сказала, не то, что безвредная, она полезная добавка, потому что ее даже врачи выписывают. Если есть, например, подозрение, это натуральное, например, средство для разжижения крови. И сделается он из сои, и добавляется его, ну, максимум 0,5%. Это делается для того, чтобы улучшить текучесть шоколада при производстве. Ирина Борисовна, ну вот про себя. Вы сладкоежка? Давайте скажем так, да, что все-таки шоколадным бизнесом мы занялись
потому что это один из продуктов, из сладостей, тот, который не вреден. Это продукт, который в том числе используется очень многими врачами, кардиологами. К примеру, американские диетологи, они в обязательном порядке, даже людям, которые поступили в клинику для похудания, обязывают есть шоколад в день горький с содержанием какао-продуктов от 70%, от 40 до 70 грамм в день, такой же рецепт, как пить таблетки. Почему? Потому что какао-масло является самым лучшим жиром для организма. То есть для нас, для девушек, которые все время худеют, шоколад – это хорошо, но должно быть его не менее 70%. Содержание какао-продуктов в шоколаде. Какао-продуктов. Может быть, мы сейчас это самое уделим внимание нашему шоколадье, который вместе с нами сначала прервемся чуть-чуть, потому что вместе с нами находится шоколадный художник Виталий Пономарев. Что там ваяет Виталий? Сегодня, что он делает? Ну, сегодня я вижу у Виталия скрипка. И, кстати, одна из наших первых скульптур. Это было изделие, изготовленное по заказу Мстислава Ростроповича для подарка королеве Англии. И это была именно шоколадная виолончель. И Виталий делает абсолютно различные скульптуры. Вы видите, он высекает прямо из глыбы шоколада. И, наверное, вообще можно рассказывать разные истории, в том числе восторги, которые испытываются. Или просто люди, когда там делается высотой вот под наш потолок скульптура человека или какого-либо героя, мифов. Или когда мы выполняем заказ там весом тонна, легендарный наш заказ. Потому что мы им занимались наверное, почти 2-3 месяца. Это был крокодил огромный, весом тонна. Или есть изделия, на которые наши художники, скульпторы тратят 2-3 месяца. Ну, например, у нас был заказ в мечеть в городе Грозном. Изделие состояло из 96 деталей, и на нее надо было изготовить 24 формы. Ну и много-много таких изделий, которыми восторгались на самом деле и короли в Саудовской Аравии, потому что для него мы изготавливали скакуна. И, в общем-то, очень-очень много того, чего можно перечислять. Шоколадные компьютеры, которые открываются, закрываются. Шоколадные цистерны, из которых не выливается виски. Хотя шоколад пропускает жидкости, виски именно такие алкогольные. Поэтому это было очень трудное технологическое решение и такие придумать. Поэтому шоколадные картины, мне кажется, трудно перечислить тех каких-то известных людей, чьи портреты мы не выполняли, художники их не изготавливали, потому что это на самом деле шоколадные художники. И рисовать шоколадные картины намного сложнее, чем обычную картину, потому что шоколад мгновенно застывает, и практически этому научиться, это единица, это талант. Ну вот у нас Виталий, человек, который обладает этими талантами, и мы очень счастливы, что он Вы делаете потрясающие работы, очень личные, очень трогательные подарки. И действительно, то, что отличает продукцию вашей фабрики, это, конечно, невероятный дизайн, потрясающие упаковки. Поэтому вот расскажите, кто эти люди, кто ваши дизайнеры, как вы придумываете такие яркие, красочные, запоминающиеся упаковки для ваших изделий? Ну, во-первых, я все-таки хотела бы подчеркнуть, что мы работаем по принципу фэшн-индустрии. Мы уже знаем, у нас уже определено и утверждено, какая концепция коллекции на следующий Новый год будет нами реализована. Вы придумаете шоколадные коллекции. Да. Что модно в этом сезоне? Ну, если вы посмотрите каталог этого года, да, и наши коллекции, то на сегодняшний день такая наша, скажем, позиция, мы хотим и на Запад, мы хотим и на Восток, нам нравится что-то восточное, но мы смотрим на и пользуемся достижениями моды Запада. Она называется «Восток-Запад». Она как раз направлена на то, чтобы каждый из нас, каждый человек мог себе выбрать подарок тот, который подходит ему по стилю. То есть кому-то это абсолютно вот такие яркие, восточные краски, а для кого-то очень сдержанный подход такой элегантной классика. Европы. И поэтому вот на Новый год
стандартно, мы делаем 3-4 коллекции, но они состоят более чем из 300 новых абсолютно изделий. И вот это вот дизайны, которые рождаются, они это не какая-то мода в шоколаде. Наши дизайнеры, а именно это модный дом, созданный у нас, действующий уже почти 17 лет, это дизайнеры, которые выезжают на выставки фэшн-индустрии. Поэтому мы придерживаемся моды в цветах или направления, какие цвета будут модны на следующий год, какие материалы будут модны на следующий год, какие аксессуары. И именно это учитываем при создании коллекции. Говоря о Западе, расскажите, пожалуйста, насколько вы представлены за рубежом? Насколько вообще русский шоколад знают, любят, ценят во всем мире? И насколько продукция вашей фабрики присутствует в разных странах? Ну, мы говорили в самом начале о том, что русский шоколад на сегодняшний день – это пока что бренд, созданный в первую очередь не Европой, а Азией. То есть сегодня экспортное направление российских производителей кондитерской продукции – это Восток. В то же время, если мы говорим про себя, да, то наши изделия нравятся абсолютно во всех странах. Как я вам говорю о том, что мы за это время посчитали, что нами было создано более 200 коллекций. И поэтому, естественно, да, как бы и для Запада, и для Востока наши покупатели находят то, что им нравится. Мы в настоящее время не поставляем на Запад, мы сертифицируем продукцию по стандартам Запада. Вы знаете, они очень сложные, очень строгие. И требования у них, я вам рассказала про бельгийские требования, да, что они очень жесткие по составу самих изделий. И мы, как только заканчиваем эту сертификацию, у нас есть партнеры, с которыми мы будем работать. И мы в настоящее время там будем сейчас принимать участие в Всемирной выставке сладостей. У нас на самом деле, когда мы только открыли компанию и поехали на такую же выставку в Кёльн, а потом в Лондон, у нас было огромное-огромное количество запросов на поставку. Но мы не смогли этого делать, потому что таможенная политика, которая есть внутри страны, и таможенные сумасшедшие сложные процедуры нам не позволяли выполнять заказы, которые шли из-за рубежа день в день, час в час, как мы это делаем внутри России. Так, на сегодняшний день ситуация, на самом деле, улучшилась. Мы это видим сейчас уже по работе. И поэтому мы можем себе позволить снова уже отвечать за то, чтобы те заказы, которые мы принимаем, были вот у дверей минута в минуту. А потребность нашего собственного рынка? Насколько русские шоколадные фабрики удовлетворяют потребность России в шоколаде? Нужно ли нам еще какой-то импорт привлекать, или мы полностью покрываем потребность потребителя? Ну, если говорить по количеству, то российские фабрики абсолютно в состоянии и покрыть и всю потребность, и сделать больше, и так далее. Вопрос просто в том, что очень мало фабрик, которые выпускают настоящие изделия из шоколада. Потому что малая часть людей, во-первых, разбирается в шоколаде, правильно разбирается, да, и отличает хороший шоколад от плохого, и понимает ценность хорошего для здоровья и не пользу некачественного шоколада тоже для здоровья или других сладостей. Это первое. Во-вторых, только часть людей в состоянии, на самом деле, покупать хороший шоколад. Потому что плитка шоколада хорошего, она не может стоить условно там дешевле, чем 150-200 рублей. Она просто не может стоить дешевле, чем качественное сырье. Ну, а во-вторых, как бы, да, люди, нужно понимать, что такое цена. Сейчас прошла выставка шоколада и японский шоколад. Я специально купила. Что это? Расскажите. Вот я специально купила плитку шоколада. Стоит она 700 рублей. При этом это абсолютно точно такая же плитка из такого же состава, то есть какао тертое, какао масло, сахар, но и плюс уверенность в том, что там это только эти ингредиенты, там ничего другого быть не может. И за эту уверенность в качестве потребители платят, плюс там в 3-4 раза дороже. Можем ли делать мы такой шоколад? Мы его делаем. Что лично для вас означает это сладкое дело в вашей жизни? Все-таки мы в первую очередь стараемся, чтобы людям было хорошо от того, что они друг за друга делают. И у нас очень много изделий, направленных именно на создание и на поддержание отношений. И мы стараемся, чтобы
человек, например, да, вместо того, чтобы купить просто шоколадку и только поддержать себя тонусом, чтобы до того, как он эту шоколадку съест, или после того, к тому, для кого он ее купил, он ее съест, он сначала эмоционально подзарядится, какая она красивая, да, получит положительные эмоции визуальные. Потом он что-то получит обязательно эмоциональное. Поэтому у нас есть целые серии небольших шоколадок, которые посвящены родителям. «Мама, я тебя люблю», «Ты самый лучший для мужчины», «Для женщины там ты самая красивая». Их десятки. Именно для того, чтобы люди на сегодняшний день, очень многие забывающие друг другу говорить хорошие слова, чтобы они это использовали как раз для того, чтобы подчеркнуть свое отношение, выразить свое отношение. И мы считаем это одной из своих социальных миссий. Кстати, миссия компании звучит о том, что мы помогаем людям создавать и укреплять отношения. А вот детский проект, расскажите. Я помню, как заветным подарком для моих дочек была коробка вашего шоколада с красками, когда нужно было рисовать и на Новый год разрисовывать каких-то снеговиков. И две мои дочери сидели и взахлеб рисовали для всех наших близких и друзей картинки с вашим шоколадом. Насколько вот дети, они важны для вас? Насколько это ваш большой проект или это только часть вашей работы? Ну, на самом деле мы этому придаем большое значение. Все-таки работе с ассортиментом для детей, и в том числе, когда мы говорим вот о социальной миссии, да, все дело в том, что это не только хорошо для детей, это весело, не только хорошо или вообще здорово наблюдать за ребенком, который рисует не красками холодными, да, а теплым шоколадом, цветным. Я видела картинки, когда ребенок, причем у нас мы делали такие мероприятия для детей, выздоровевших после онкологии, маленьких. Я наблюдала, как одна девочка минут за 15 так и не смогла начать рисовать картинку, потому что она все время брала цветной шоколад, и у нее был такой соблазн, то ли нарисовать, то ли в рот. И она так вот держала перед собой и опять быстренько облизывала. Но дело все в том, что исследования врачей показали о том, что, которые проводились в Санкт-Петербурге на детях с отклонениями, о том, что у детей очень хорошо, даже у больных детей улучшается самочувствие, и лучше начинает работать та часть мозга, которая отвечает за креатив, за фантазии и так далее. То есть даже лечит, но и в том числе развивает у детей очень хорошо такое креативное мышление. Поэтому это хорошо, весело, полезно и отличный подарок, который на самом деле подходит любому ребенку. Ну это потрясающе. Ну наверняка были предложения у вас, признавайтесь, работать за рубежом. Переманивали, хотели, чтобы вы уехали. Почему остались? Ну, во-первых, я думаю, что, как правило, переманивают, ну, каких-либо мастеров, да, а с точки зрения совместных бизнесов, да, мы имели на самом деле большое количество предложений. И по созданию фабрики в Саудовской Аравии, и в Европе. Но все дело в том, что я думаю, что таких людей заинтересованных, которые работают и вот только ради того, чтобы люди были счастливы и получили какое-то вообще великолепное произведение искусства, таких людей, вот их экспортировать трудно. И поэтому с этой точки зрения я на самом деле хочу сказать о том, что наша компания имеет одну особенность. Я думаю, что это вообще отличительная черта, которая, когда ты рассказываешь даже другим просто собственникам бизнеса за рубежом, она приводит в восхищение, в восторг, недоумение даже. Потому что мы, если заказчику нужно вот в данный момент времени, то все люди, кто задействованы в этом, начиная художники, скульпторы, работники производства, технологи, все выстраивается, их график работы таким образом, чтобы заказчик день в день, минута в минуту получил свой заказ. А это значит, что это работа часто и в субботу, и в выходной, и вечерами, и даже ночью. Такой индивидуальный подход к каждому клиенту, это такой бренд, да, кредо. Вы стараетесь сделать максимально все для того, чтобы день в день, час в час, минута в минуту работа была выполнена. Шедевр состоялся. Ну, при этом я хочу сказать, что иногда этот срок равен одним суткам. Это потрясающе. В чем секрет? На самом деле мы занимаемся тем, что мы доставляем радость людям, да, делаем подарки, принимаем участие в их радостных событиях. И я думаю, что это такое чувство сопричастности всех людей, кто участвует в этом, оно очень важно.
И люди, выполняя вот эти вот заказы, как я говорила, иногда вечерами, выходными, ночами, они понимают, да, в итоге, какие эмоции родятся в результате того, когда этот подарок будет вручен. Ну, а самый вкусный, самый сладкий ваш подарок. Помните первую шоколадку? Я свою? Да. Которую я ела? Которую вы ели. У меня все время картинка перед глазами. На самом деле, когда мы были маленькими, мне было лет, не помню, лет 10, наверное. Мама уехала в Москву в отпуск. Когда она вернулась, такой чемодан был, черными полосками и даже помню, что и салатовыми полосками. И когда открыли этот чемодан, он был полный конфет. Там ничего другого не было. Это был чемодан вот такого размера. Мама нам дала наесться просто вот. Она приехала из Москвы, наесться, а я жила в Хабаровске, наесться досыта. И потом все эти конфеты расфасовала в какие-то пакеты, мешочки и все попрятала. Потому что это был август месяц, наверное, она приехала, чтобы на Новый год было и так далее. У нас с сестрой, типа, когда мы возвращались из школы, была одна забота. Найти эти мешочки с конфетами и оттуда что-нибудь подергать. В итоге нам, конечно, удавалось находить. И к Новому году там остались уже совсем худой мешочек. Но все-таки вот то ощущение счастья, которое мы дарим своим детям посредством шоколадных конфет, дорогие друзья, возможно, это определит их судьбу на всю их оставшуюся жизнь. Спасибо большое, Ирина Борисовна, за такое фантастически интересное интервью. Я надеюсь, что Россия обязательно станет мировой шоколадной державой. Да-то бог. Но на этом, дорогие друзья, наши сладкие сюрпризы не заканчиваются. Ну а мне на правах врача остается добавить, что шоколад не только улучшает наше настроение и самочувствие, но и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Так что приятного аппетита и до встречи в эфире телеканала «Русский мир».